Дорогие зрители канала Укрлайф, поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым. Я желаю вам в наступающем году, самое главное, это душевного спокойствия и мира в собственных семьях. Это, наверное, то немногое, что зависит от нас и то, что мы можем сохранить и приумножить. А со всем остальным, если это у нас с вами будет, я думаю, мы разберемся и все преодолеем, несмотря на то, что нам опять скажут, что это был тяжелый год. С праздником вас, с Новым годом!